Причем тут любить макак? Он высоко прыгает, а это необходимо в игре. Камеры здесь нет. Даже назад нельзя пойти. Блин, ну это херово. Если тут требует скилл по прыжкам, а камеры нет, это уже не очень хорошо. То есть нужно еще и взять. Господи. Раунд-энд. Ну хорошо, хорошо. Господи. Вау. Игра хочет меня успокоить? Да не, нифига. О, господи, прыжки. Можно вот так? Не понял я ни хрена. Возьму. Блинский. А, это защита такая. Я понял. Мне нужен разгон хороший. Ну, блин, а что мне делать? Назад не пойдешь, потому что не разрешают. Ага, вот так вот, да. Это я возьму. Господи, это возьму. Да, зараза! Ну хоть взял жизнь. Есть. Механика, конечно, необычная, правда. Давайте сюда, посередине. В смысле? Ах, господи. Вот это да. Выбор, конечно, пал.
если честно, ворона мешает мне. Блин. Ворона мешает. Но она еще как защита. Блин, сеговский Супер Марио Брос, конечно. Поехали. Да, в смысле? Ну давай вот так возьму. Да я ни хрена не вижу там. Господи, ретро-чан. Чашку чая, поболтаем. Дикап атак? Не играл такую игру. Поехали. Есть. А. Но вышло позже. В смысле? А в смысле? Даже так нельзя. Опять все собирать. Да пофигу. Ни хрена не видно. Что перепрыгнуть? Боже мой, еще босс не хватало. Понятно. Понятно.
В смысле? И все? Понятно. Туда я вообще не хочу, спасибо. Давайте сюда. И, наверное, сюда. А, прикольно. О! А, 8, понял. Хорош. 15 жизни. Идеально. Разгон мне здесь не нравится. А тут еще и прыжки. Но я паркур, честно говоря, вертел. И шатал. Хоть разгон есть. А можно вот сюда? В смысле? О! Так вот, так вот. Рад видеть тебя. Привет, Слэйв. Заходи на чашку чая. Поболтаем. Что если чай просто must have? Чай, это не паркур вам. Это чай, он получше, чем паркур. А что я вообще беру это? Что это за зелье? Типа бессмертие какое-то? Да, походу да. Окей, а что это за ведьма из Блэр? Это что это за штука из ведьмы из Блэр? Нифига себе. Игре 99 уровня? Да не, не смеши меня. Не смеши, это не Марио. Сюда. Я в этом уверен. Вот зараза. Ну ладно. А у меня до сих пор ворона есть. Уже нету. А можно это использовать? В смысле? Почему я не могу?
мне делать? Но я так не допрыгнул. Тебе не нравится? А я сделаю еще больше. Мысли, а? Ну поехали, поплыли. А, подожди-ка. И по жопе скользить. Так, давайте бегемот. А он в смысле? Он же умеет плавать. Где тут логика? Ах, господи. Игра. Лучше его. Фейковый бегемот. Я уже думал, тут по логике, по физике здесь должно все работать. Оказывается, нет. О, это я возьму. Так, нам нужен здесь разгон. Это зелье я возьму. Это зелье возьму. Спасибо. Так, вот это я помню место. Да в смысле? Так, а тут есть кто-нибудь? Разрушает это место. Давайте попробуем тигра. Понятно. Тогда я не знаю, кто это делает. Ни хрена себе. Он, походу, быстрый. Он же тигр. Прыжок, конечно, отстойный. Ну, не, не отстойный. Не, давайте обезьянку. Он-то высоко прыгает. Окей. Давайте использую этот. О, кстати. Блин, ну я походу пропустил. Или нет? Нет. Хорош. Это мне нужно. Ну давай попробуем. Вот так вот. Да в смысле? А-а-а! Теперь понятно. Понятно. Ну давай здесь еще раз возьмем это сено, вдруг повезет.
Может, он разбивает это? Понятно. Блин. Все. Так, ну куда теперь? Давайте сюда. А, давайте сразу. Дом-то посередине-то будет. Конечно. Опять 4. До 5 я не добрался. 17 жизней, господи. Это ж такая крутотень. Чувствую себя читером. В смысле? В смысле? Да в... Господи. Ладно. Блин. Так. Вот так вот. Беру. Там еще и шипы какие-то. Кровавые шипы, это уже страшно. Ну я хоть что-нибудь возьму. Понятно. Утонул. И заново, да? Ладно, давайте это возьмем. Хорош. Я уже был готов к этому. О, господи. А где мой ворон? Притричи.
Привет, рад видеть тебя. Заходи. Тебе также хорошего стрима. Всем хорошего стрима и хорошего дня. Конечно, владелец канала. Строго 18+. В этом есть и прикол. О, Egypt. Это мне нравится. О, господи. Это что? Просто закрытая пирамида? Да, в смысле? Да, в смысле? Вот зараза. Надо применить чудо-средство. Давайте вот так сделаем. Оп. Ох, блин, это было опасно. Это было опасно. Да. Ох, господи. Понятно, зелье, короче, применяю. Все. Хватит уже проигрывать. Да, в смысле? Ой. Это вся вот эта инерция ваша, прыжки ваши. Как я не люблю этот паркур. Несмотря даже если игра легкая. Я шатал паркур. Шатал, понимаешь? Шатал тебя, и тебя шатал, и тебя шатал. Злая обезьянка шатает этих улиток. И тебя тоже шатал. С лопастями. И вас тоже шатал. Вот, и тебя шатал. Паркур, любишь паркур? А я не люблю. На! О, господи. Довольный такой, да? На тебе, засранец. Будешь любить паркур так же, как и я люблю. О, господи. Что там, раунд-то end? Нет. Фух. Тихо. О! Господи, да, господи! Минус коленка. Что-то я жалею этот Египет. Так вот. Сейчас мы попробуем.
О, господи. Ох. Так ворон меня не обязательно спасет. Куда, куда, куда? Где этот засранец? Вот засранец. Ух, раунд энд. Господи. Блин, ну я хочу. Мне это нравится, бонус. Вот блинский. Может, здесь какой-то бонус найдется? На Алекс Кит поменяет. Алекс Кит я не играл. Ну я не знаю, напоминает она на Алекс Кит или нет. О, нет. Я благодарен тем, кто заказал мне Вондербоя. Я хоть узнал, что такое Вондербой. А Алекс Кит ни разу вообще даже в мыслях не приходило играть. Флагманская игра на СМС? Не Соник же? В смысле? А как? А как вот это зар... Понятно. О, хорош. Продавала эту консоль. Соник только на Мега Драйве. Привет, рад видеть тебя. Рассыл Крашрай. Как игра называется? Psycho Fox. Давайте сюда, я в этом уверен. Делаю двойную ставку. Давайте. Давайте сюда. Ха-ха, поменялись местами. Это прикольно. О, о! Давай! Хорош, хорош. Ну давайте посмотрим. Я хочу пятерку, но я сейчас получу один, это я уж точно знаю. Они рандомные? Не 1, 2, 3, 4, 5, 6? Нет? Два. Господи. Ну ладно, хотя бы два. Отстаньте от меня, ироды. Блин, только за обезьянку и больше никого. О! О, хорош! А такие мне бонусы нужны. Какой же разгон плохой. Но тут истории нет. Смысл... Дойти до финиша. Типа
по геймплею как Super Mario Bros, как я вижу. О, господи! Да в смысле? И кто это у тебя на спине? Зачем ты его кидаешь? На спине ворон, а кидаю... Чтобы он мне помогал. Подстава, это точно. Зараза. Свой был Вандербой. Там типа, а, понятно. Эти хаки бразильские. Они прям обмазывались и продавали как, наверное, больше игр. Нет, не ожидал. О, жизнька. А вот это я возьму. Спасибо. Бонусы я люблю. Ну давайте. Оп, тихо. Еще бонус. Господи. Да в смысле? А что тут нужно делать? Прыгать на него. А если это не сработает? Нет, просто тут два босса с предметами были. А я уж подумал, может он упадет там вниз и все такое. Кто ж знает. Тогда не прыгать на него. Если доберусь, конечно. Вроде кот. Ой, достали вы меня уже. Нет. Достали вы меня уже, все. Мазафака рулит. В смысле? Ну давайте сразу. В смысле, даже зелье не помогает. Блин, вот теперь я точно узнал. А почему зелье не помогает? Thank you.
В смысле? Я угадал? Да что ты будешь делать? Ну, меня отправили в Египет, я сам пока не знаю. Да. Могу выбрать и других персонажей. Макака для меня самый оптимальный вариант, потому что он прыгает высоко. Научный эксперимент? Господи, вы все что ли против меня? Ну серьезно? Против босса, кроме макаки, никто. Я и так дома. Я и так дома. Ну все. О! Зелье, супер зелье. Ворон, помоги. О! This is... Поняли? Нельзя использовать. Надо посерединке как-то дать. А как я должен уворачиваться? Привет, рад видеть тебя. Привет, Макбрайд. Чашку чая, болтаем. Я этого не видел речи. О, господи. Пошла вон. Без жизни. Ух. Хватит проигрывать. Пошли надерем задницу этому котяре или хомяку, или кто там он. Короче, пушистый. О! Да блинский! А, ну да, да. Тупо ты захотела. Вот. Да, тут нельзя обратно возвращаться. Типа как стиль Марио. Не, я хотел сказать. Да тупо она захотела. Вот что. О, господи. Она супа хочет, понимаете? Босс хочет супа. Она, да. Вдруг это она. Фиг знает. Не зли бобра. Надо по скорости понять, кто тут. Да, все. А, все нормально, чуваки. Лиса может? Но она вроде тоже медлительная. Ой, какая она медлительная.
давайте тигра. Да. Тигр, в общем, решает. Вроде бы. Нет. По прыжкам и, в общем, по разгону. Блинский, не знаю, я до макаку привык, он высоко прыгает. Может, обычного. Есть! Это твой противник был? Я его вот так сделал. Так, куда? Банкую, что здесь? Ну и давайте... Да нет, давайте вот сюда. Поехали просто, поехали. Бегемот? А я не знаю. Да, блин, я чувствовал, что он на правой стороне будет. Ты посмотри-ка. Ну хорошо, что тут нет бегемота. Опять давайте за эту. Как там ее? Ну вы поняли. Блинский. Ты кто такой? Ты кто такой? Нет, я не думаю. Уже давно считаете? В смысле? А, то есть... Это в каком плане? Волосатый Гомер. Это в каком плане вы считаете? Кто дал вам разрешение? Где тут яйца? Не, давайте... С разгону. Блински. Не порт отчетность. Не буду. Опа, появился, называется. Все, раунд энд. Я ничего не собрал. Это меня расстраивает. Блин, ну конечно, бонус это намного интереснее играть, чем вот в паркурице. Я требую бонусы. В смысле? Господи, тут еще и лава какая-то непонятная. А, то есть... Оленский, ладно. Проехали. О. Да. Да-да. Вот так вот, мидл с коленка. Я подожду. Да. Я подождал.
А, подожди-ка. Про брокера на Нессе? Там, где еще жена требовала тебе? Это на РГГ выпадало. Купить там картину, телек. Жена, босс, да. Я помню, яхту нужно было покупать, дом. Кто ж не помнит. Ух, нет, я лучше применю это. Ну, в жопу вас, в жопу вас! Там, походу, все добро. Как-то так. Там яйцо. Хочу я. Там яйцо. Ни хрена себе. Вы издеваетесь? Вот это все добро я упустил. О, зелье. Писец. Конечно, нет добра. Конечно, нет добра. Четыре жизни. Здесь я что-то найду. Нашел, называется. Ура! Я хочу туда. А можно так сделать? Опа! Прочитерил! Поднимаемся на выше. Там только яйца. Опять ты? А боссы повторяются, что ли? Как это муха-цокотуха. Есть. Блин, конечно, нет бонусов. Боже мой, вы меня расстраиваете. Это, походу, последнее, да? О, да, так, вот это я хочу взять. О, хорош. Защита будет. Ух ты ж. Тихо.
Во, наконец-то! Бонусы! Хочу бонусы! Интересно, ну тут прям чисто Марио. Какие-то трубы. А кто этим занимается? Давайте бегемота. Ты серьезно? А почему не тигр? Странно. Это Пеппа. Ну да, да, да. Выглядит. Конечно. Нет, мой бонус. Хорош. Ой, хорош. Ну и как мне там оказаться? Понял. Брысь отсюда. Посмотрим, что здесь. А, куда? Это я беру. Хорошо, что там не яма. Есть, давайте бонус. Наконец-то. 4 бонуса. Так. Ну, я уверен, что здесь. Двойную ставку, пожалуйста. Это прям казино. Я ставлю, короче... Эту дорогу по сотке. Двести на красных. Давайте. Хорош. Нет, куда? Блинский пропустил. Ну ладно, ладно. Подождите, а сколько у меня жизни? Ну и ладно, не важно. Вот так вот. 4 вроде. Да. Ох, господи, вот это опасно. Наверное, там и бонусы хорошие. Давайте. А, Блинский! Я шатал эти ваши паркуры, поняли? Да что ты будешь делать? Да, господи, ну мне страшно. Я спускаться так не хочу. Есть. Зелье. Так, здесь у вас что? Давайте сюда. Мистас! И это просто писец. А как я должен знать? Да блин. Да блин. Да блин. Вот так вот. Вот. Да
Прям фантастическая четверка. Хорош. Итак. Ну я хоть дойду до босса или как? Да, пофигу, короче. А, нет. Блинский. Ага, понял. Ух. О, яйца. Есть. Надо же. Блин. А можно мне яйца еще? Парочку яиц. Во, вот. Вот это уже чистый мужской разговор. Надо поговорить о яйцах. Хорош! Вот, чистый мужской разговор. Поговорить о яйцах. Есть! Да! Тупо ты. Захотела. Я просто в бешенстве. Блин. Надо же. Сколько там жизни у меня? Одна? Эх, понятно. Надо тащить, а иначе меня затащат. Пошли вон. Тут. Есть. Ага, хер тебе. Сюда? Правильно, сюда. Есть. О, нет. Я не стану проигрывать. Ни за что. О, там еще одно яйцо. Я лучше потрачу, спасибо. Пошел вон. Есть. Посмотрим, что там. О, добро, вроде бы. О, нет, ну вас в жопу. Я вам сразу говорю. Мне так страшно было. Давайте в финиш, а? Есть, наконец-то. Ух, теперь 5 у меня, да? А, вы вернулись, мистер Рейдин? Так. Ставлю, короче... наверное... Две ставки на красные. Вот сюда. И вот сюда.
Но я прям уверен в этом, то что один из двух какое-то правильное. Ну и можно посередине. Прикольно. Не страшно. Блинский, и двойка сразу внизу. О, хорош. Живем. Блин, вот этот бонус самый офигенный. Самый офигенный бонус. Так, теперь здесь босс, да? Посмотрим, кто тут босс. Ну, выглядит как последний уровень. Пятый. Да, 40 тысяч лет мне, давайте. Господи. Да. Я специально хотел умереть, потому что, ну, у меня 10 жизней, и почему бы не умереть? Господи! Да что ты будешь делать? Минус коленка. Я буду. Давай. Ох, хорош. Господи, какой у вас уровень душный. Есть. Убирайся. Есть. Опять? Нет, нет. Ай, господдержка. Есть. Добрался. О, хорош. Лучше перепрыгнуть. Пошел вон. Да. Га-га-га. А там яйцо! Значит, это еще не все. Есть. О, хорош. 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 Так, посмотрим, что здесь. Понятно. Здесь что? Ворон.
Так, ну давайте поменяем на бегемота. О, все-таки бонус будет. И не говори. Тут одни паркуры. А что мне делать? Давайте, наверное, тигра. Ну, тигр-то быстрее, чем лиса. А, хорош. Есть. Посмотрим, что здесь. Подожди. Мазафака. А, рулит. А это еще не все, оказывается. Где там... Ёперный театр. Ну давайте поменяю. Поменять-то можно? А давайте используем. Ну, чисто ради интереса. Понятно. Понятно. Босс раш. Опа. Это не последний босс, да? Да, блинский. Есть. Ух. Давайте развернемся. Есть бонусы. Значит, это еще не все. Так, изи. Здесь двойную ставку, пожалуйста. Ну, давайте здесь. Вторая упадет в яму, я-то гарантирую. Конечно, господи. А нет, смотрите. Нифига себе. Понятно, короче. А ты играешь во весь экран? Нет, у меня оконный режим. Ледяные уровни с паркуром. Мое любимое. У меня нормальное разрешение. 4:3. Понятно. Понятно все с вами. Пошел вон. Ой, там что-то приятное будет, я так думаю. Он же не зря. Ну давайте бегемота.
Собака. Летающая собака. О, нифига себе, какой хитбокс. Ну, давайте вот так. А, при прыжке он это... Ну, это фигово, если честно. Либо так, либо так. Хорош. Ой-ой-ой, что вы будете делать? Я знаю что. Вот так вот. Оп. Хорош. Так, теперь меняем персонажа. Ну, нужно бонусы иметь. Бонусы — это самая крутая тень в игре. Пошла птица прочь. Это было опасно. Да что ты будешь делать? Я не готов к этому. Зелье гоните. Хорош. Ну, сюда и вот сюда. Посмотрим. Вроде одна и та же дорога. Хорош! Идеально! Блинский! Но это издевательство! 8 жизней. Надо же как-то получить одну жизнь. А это еще что? А, это такой мост? Прям какой-то непонятный мост с лезвием. Страшно. Гони зелье. Бегом. Эх, пропустил все я. Беги. Уж нет, 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 нет. Сюда, значит, сюда. Может, там хоть какой-то бонус будет. Понятно. Блинский, вот это я, конечно, пособрал. Нет бонусов. Теперь босс.
Интересно, что за босс? Так, ну давайте за мартышку посмотрим, что там наверху. Ух ты ж, тут походу жизнь. Есть. Блин, получил жизнь, и отняли меня. Куда, 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 куда? Блинский. Просрал жизнь. Ну ладно. Хитбокс-то хороший должен быть. Так, ну теперь моя жизнь. Житуха. А, ну тут я, конечно, не запрыгнул. Привет, рад видеть тебя. Привет, Симон. Заходи на чашку чая, поболтаем. Это клон маленького Мука? Я не знаю, что это. Это игра такая? Мук. По геймплею выглядит как, не знаю, стиль Марио. Я так вижу. Но тут совсем другая механика. Мы играем за 4 персонажей, да? И у каждого у них есть свои, как, короче, способности. Кто-то быстро бежит, кто-то быстро может камень уничтожить, кто-то быстро высоко прыгает, а у кого-то там средние характеристики. Пиратские ниндзя-коты. Вот. А вот здесь мы, короче, выбираем персонажа, применяем эту штуку. И здесь я не знаю, что это за... Для меня это выглядит палочка из ведьмы Блэр. Это зелье, короче, дает неуязвимость. А вот мешок, мешок самая полезная, самая прикольная вещь. Это бонус. Да, в смысле, господи. Это просто писец. Ну хорошо, что тут есть жизни. Я рад. Я рад вообще в игре, когда... Если ты проигрываешь и знаешь, где жизнь находится, то ты можешь вернуться и еще раз взять. Право на ошибку есть в этой игре. А то бывает, когда ты взял жизнь, а там ее уже в следующий раз не будет после смерти. Блин. Я только за обезьяну играю, потому что, ну, понятное дело, то, что она высоко прыгает. Высоко-высоко. Да, как она меня задела? Хитбокс, объясни. Блин, вот это птица, конечно. Птица-убийцы. Это дятлы.
колобок называлась по-японски, там много слов. А, не, в эту я не играл, которую ты описал. В эту я еще не играл. Говорят, что она смахивает на Декап Атак, но я даже эту игру не знаю. И не видел. Но Декап Атак, это типа от тех же разрабов, как сказали зрители. Зато я взял зелье, нормас. После смерти взял зелье. Поэтому, наверное, это первая, короче, версия. Локации такие же? А. Ну там, наверное, от тех же разрабов. Привет, Сатлер. Привет, привет. Тут разгон не слишком. Опа, да, блинский. Разгон мне не нравится. Прямо ощущается стиль Марио. Прыжок-то ладно. А вот разгон. Пока он по земле потопчется 3 секунды, уже начинает разгоняться, вперед идти. Ту-ту-ру-ту. Да! Даже руку оторвало. Вот это детская ужасная игра. Уже руки начинают рубить. Ну, конечно, тут же шипы кровавые. Господи, детская игра. То руку оторвут тебе, то еще что-то. Ну, или может так покрасили. Типа, здесь чуваки, которые здесь находятся, типа, какие-то шипы у нас серые, неяркие. Давайте мы их покрасим. Для героя. А давайте, почему бы и нет? Конечно, да, 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 да. Красный цвет идеально подходит. Что это нельзя трогать, нельзя. В смысле? А! Поехали, поехали. Прыжок, оп, прыжок, прыжок, ух, господи, вот это да, вот это, прыжок, это было опасно, там еще выше можно, брысь отсюда, брысь отсюда. Нет, 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 я не хочу. Давай. А это что за предмет делает? Ой, последняя улыбка обезьяны. Да. Блин. И нужно заново. Тут контрольных точек нет. Но я рад, что если проиграть все жизни, да, то можно продолжить там, где ты, короче, закончил твое путешествие. Так вот. Разгон нужно было сделать. Есть. Это тоже хорош.
бонусов я, к сожалению, не взял. Есть. Ну, поехали. О! Прыжок. Прыжок. И вот здесь я остановился. Присядь сюда. Есть. Так, ну давайте. Разгона. Шел вон. А, даже зелье я не буду брать. Спасибо. Я лучше пригнусь. Потихонечку, потихоньку, все. О, господи. И правда, тактика Рейдина помогает. Нифига себе. Блинский. Ну ладно. Окей, прошли. Да, конечно, без бонусов. 7 жизней и 7 мир. Выглядит что-то угрожающее. Это лестница в небо? Лестница в небо, верно. Какие здесь тут механики? Может, здесь кто-то Болинский? Подожди-ка. Не, ну именно я хочу вверх. Уже там найдется что-нибудь такое приятное. Ну, кроме смерти самой. Да. Блин, ну значит тут нужно не торопиться. Давайте так посмотрим. Остановился, хорошо. Можно тогда. Так. Вот так. Хорош. Нормально. Здесь, я думаю. Да, ай, господи. Вас фиг поймешь. Ну, внизу там тоже смерть, везде смерть. Что ж остается делать? Да, ой, господи, да что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ну все. На 7 мире мы и закончим. Не, подожди, вот так вот. Оп! Есть.
Пофигу. Да в смысле, господи. Проиграл. Сколько там? 1:38? Нифига себе короткая. Занесенка, да? Играю. Седьмой мир. Все у нас по нулям. Ну конечно. Давайте занесенка. Зелье у нас есть. Это хорошо. Ах, в смысле? А можно вот так? Да подожди ты. О. Есть. Есть. Блин, ну у вас и опасности здесь. За бегемота. Куда? Ни хрена себе. Две жизни сразу. Блинский. Вот тебе и две жизни сразу. Да? Ах, господи. Да, блин. Не надо разгоняться, господь, не надо разгоняться. Что за механика такая? Ну давайте вот так вот. Есть. Подожди, подожди. О, яйцо. Да, блинский, да что ты будешь делать? Ай.
Подожди. Подожди. Ох. Да в жопу. Опа. Не, давайте туда. Хотя ладно, давайте. Вот так. Так. Ух, за бегемота давай-ка. Это просто пипец, чуваки. Куда? Пошли вон. Жесть, я был близко к победе. Да, бонусов нет, к сожалению. Зря. Я бы поиграл. Я бы ставки и надавал. Давайте сразу за мартышку. Туру-туру-ту. Давайте попробуем. Есть. Пошел вон. Понятно. Вот ваши бонусы. Ох. Есть. Господи. Есть. Ну там что-нибудь будет полезное или как? Понятно. Полезное я увидел. Спасибо. Так, ну... У меня один мешок есть. Куда? Ой, господи. Я не знаю, но вот именно дом находится между вторым, между четвертым. Вот. Либо здесь. Может даже здесь. Давайте сюда. Блин, походу я зря отправил его. В яму, да? О, не в яму, да. Нет! Блинский, в яму. Ах, поиграли, называется. Всем три. Это еще не все, ребят. Пошел вон. Блинский. Если здесь еще мешки будут, ну значит это еще не конец. Да в смысле? Только не говорите, что заново, если я проиграю совсем. Надо было перепрыгнуть, а я не перепрыгнул. Опа. Пошел вон. Есть?
Ууу, да ты серьезно? Блин, кто здесь? Дизайнер уровней. Сец. Давайте здесь посмотрим. Жизька. Жизька. Хорош. Дизайн, конечно, поражает. Там побольше шипов, там побольше этих. Лестниц. Пошли. Прыжок Вера. Оп. Здесь босс, походу. Понятно. Ой-ой-ой. А ты кто такой? Да в смысле? Это же... Вот, понятно, понятно. И заново? Хорошо. Я вас понял. Но зато жизни есть. Это уже хорошо. Остается их достать. Вот так вот. Без этого я обойдусь. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, господи, да ты что? Ой, окей. Пошел вон. Есть. 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 Хорош. Три жизни сразу. Это очень круто. Можно просто фармить, да? Блин. Да, блинский, да что ты будешь делать? Ох, эти грибочки. Ну я уже к концу. Я думал, будет восьмой мир. Хорошее место. Это мне нравится. Три жизни сразу. Ну, значит, босс непростой. Мысли. А что нужно сделать? Кулаком, что ли? Давайте я попробую кулаком. Если я прикоснуться не могу. Есть, есть.
Да, блински. Шесть жизней. Собрать очень легко. Да. Да, блински. Да я не знаю. Я думал, что он сам, типа, при прикосновении как-то что-то врубит. Вот сейчас я иду, буду, это, попробую ударить. Вот именно по ключу. Разгон. Семь жизней. Ну, это очень много. Раньше было прикольно собирать жизни, а сейчас уже мне так дают. Прям не жалеют. Не жалеют. Болинский. Там еще внизу что-то есть. Там можно блок сломать. Сколько зелий здесь? Ну давай, опа. Вот так. Хорош. Понятно. Понятно. А вот что значит. Короче, нужно отфутболивать его. Отфутболивать. Но детская игра дает попотеть. Ну, поехали. Да, в смысле? Окей, теперь я понял. 10 жизней, ух ты! Нормас, окей. Сейчас как-нибудь удохаем его. Я не знаю, сколько у него там хп. У каждого босса по 3. А у него не знаю, может у него 5 будет.
Есть? Господи. Все? Раунд энд. Все. The end. Сумо. Ха! А! Ни хера себе. До сукой. Спасибо, Фнатик, за ГГ. Да с 17 штук. Да блин, блинский. Подожди, блин и блинский это одно и то же? Я думаю, что это одно и... Это разные. Господи, что за звери такие? Да блин. Тот же чувак. Понятно. Мистер Квестен. Профессор Тоши. Игра прошлась, да. The Rich Man, продюсер, богатый мужик. Sega. Окей. За 2 часа справились. 2 часа. Ну, я напишу 2:47. Так, 2:00:47.